Приветствую вас, Анастасия. Я, наверное, не скажу вам чего-то особенного нового в плане основной своей мысли. Вот, потому что хочется сказать, что работа с ребенком без взаимодействие с вами не будет иметь никакого смысла. Давайте обратим внимание на те вопросы, которые вы, грубо говоря, задавали ранее. Ну, ваши вопросы, их несколько, про страх, все ваши вопросы, а их несколько, про я бы сказал, некоторую тревожность, про некоторое такое сомнение в себе, вот, про некоторые страхи ваши, вот, и как бы борьбу с неопределенностью, к сожалению. И моя идея в данном случае заключается в том, что вы, вероятно, сами того не подозревая, транслируете ребенку, своему ребенку, транслируете этот самый страх. Страх вот, ну, таких вот моментов. И отсюда у него подобные сложности возникают, к сожалению. То есть вам нужно в первую очередь самой стремиться к тому, чтобы быть спокойнее, а не на ребенка переносить свое требование к стабильности, потому как ребенок здесь только лишь связующее звено. Ребенок здесь ваше отражение. Это очень важно понимать, что ребенок — это ваше отражение. И чем быстрее вы к этому придете, тем лучше будет для вас и для ребенка. Это первый момент. Второй момент. Вообще не очень понятно, хочет ли ребенок с психологом заниматься. Потому что, ну, условно говоря, в школе или в реальной жизни вы можете привести человека в кабинет. И в кабинете ребенок будет на виду у терапевта, у психотерапевта. Вот. И будучи на виду у психотерапевта, можно как-то его направить. Но дистанционно, даже по камере, это весьма сомнительно, если ребенок не хочет сам что-то делать. Если ребенок не хочет
там работать. Поэтому, именно поэтому так важно, чтобы вы определили для себя, ребенок-то вообще хочет или нет. Ребенку-то вообще это надо или нет. Потому что 14 лет, подростковый возраст, возраст тяжелый во всех отношениях. Но он более тяжелый для тех случаев, когда человек испытывает какой-то определенный стресс. Ну, как мне кажется, вот то, что вы можете описывать, вполне может подходить под это. Вот. И если мальчик не хочет работать, если мальчик не осознает проблемы, то работать с психологом ему не стоит. Вот. Вот с вами стоит, если вы осознаете свои проблемы. Осознав и начав прорабатывать свои проблемы, вы вполне можете помочь своему ребенку сами, помочь самостоятельно своему ребенку, вы можете, вот, а не изолированно пытаться решить какие-то проблемы. Вот. Надеюсь, я очень, ну, понятно, объясняю. То есть, немножечко вот вы не в ту как-то вот сторону движетесь, да, то есть, если вы вот посмотрите на те вопросы, которые вы задаете, вы увидите, что они, в принципе, про одно и то же. Если вы посмотрите на проблематику ребенка, вот, то она, в принципе, тоже не намного ушла от вас. И важно, чтобы вы это заметили. Важно, чтобы вы это увидели. Вот как-то так. Важным моментом, вне всякого сомнения, является наличие мужской фигуры. То есть отец. Отец мужчина, не столь это важно сейчас. Если этого нет, вот, то опять же вы транслируете ему, ну, свою мысль. Вы транслируете ему свои переживания, свои ощущения. Вот. И, как бы, хорошего в этом нет ничего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.